ребята, сегодня 11 февраля, четверг, четвертый день рабочий будет, маршрут 37. Такой снегопад начался, идет циклон хороший. Как я все это буду монтировать, даже не знаю, но снега много, работаю. Засыпает дорогу неплохо. Брал смену, еще можно было типа по асфальту проехать. Каша была, сейчас уже все засыпало.
смотрите, почистили снег, но обратите внимание, как забросало припаркованные машины. Те, которые стоят давно. Почти под стекла снег.